Добро пожаловать на просмотр видео, с вами Данич. Сейчас я вам покажу три новые машины, которые готовятся для будущего обновления Motor Depot. Ссылка на официальную группу разработчика, где есть эти скрины, и вообще там информация об обновлении публикуется самой первой в описании. Начнем по порядку. ВАЗ-2114. На данный момент в игре есть ВАЗ-2113 и 2115, соответственно, не хватало четырки, теперь же ее добавят. Лично я к этой машине равнодушен, для меня это заезженная тема. Пусть будет и ладно. Следующая машина куда интереснее, это Таурия. Ее после обновления буду обязательно лутать. Маленькая шустрая машина. Многие игроки были в восторге, когда узнали, что ее добавят. В мобильном гейминге я впервые вижу эту машину, так как даже в жизни ее сейчас довольно редко встретишь. Ну и третья заключительная новинка – это АК. Знаю, что эту машину многие просили, лично я к ней почти так же равнодушен, как и к четырке. Вряд ли я ее буду покупать. В любом случае, так скажем, слив довольно хороший. Три машины, которые многие просили и ждали. Из всей этой троицы мне больше всех понравилась Таврия. А какая машина понравилась больше всего вам, пишите в комментариях. И вообще, какую машину вы хотели бы видеть в игре. Встретимся в следующем видео или на стриме.